Привет, мои любимые подписчики и коллекционеры кукол! Если вы еще не подписались на канал, нажимайте кнопочку и колокольчик. Я знаю, что вы тоже их ждали. Это Hairdorable с самыми длинными волосами. Longest Hair Ever. В переводе «Самые длинные волосы на свете». Я выбрала двух понравившихся кукол из этой серии – Ноа и Кали. Но всего их было выпущено 4. Еще две куколки – Виллу и Рейни. Так мне посоветовали называть имя подписчики, потому что в английском произношении имя будет звучать немножко иначе. Упаковка очень большая. И когда я открывала посылку с игрушками, то сравнивала ее с привычной коробкой Hairdorables. Выполнена упаковка в виде лака для волос. Внутри 8 сюрпризов. Но сама куколка это не сюрприз, а точно известно, кто внутри. И это видно на главной стороне упаковки. Начнем с основательницы серии Ноа. Вынимаем куколку. А вы обратили внимание, что куколка как будто выкручивается из упаковки, благодаря вот этим вот пластмассовым ограничителям. Очень красивое оформление, и за ним уже можно увидеть глазки куклы. Мне показалось, или она находится в море. В руках у Ноа селфи-палка, ведь она знатная блогерша. Рядом с ней плывет кит-единорог, ракушки, кораллы. Посмотрим, что в ее сюрпризах. Отрываем. Первый пакетик находится в пластмассовом углублении. Пакетики фиолетового цвета со знаками вопроса и надписью Hairdorables. А в нем головной убор куколки розового цвета с блестками. Он напоминает мне рожки или кораллы. Посмотрим, что за следующей полоской. Тут сразу два пакетика. В них сиреневый пояс, голубая заколка для волос, она очень похожа или на карнавальную маску, или на корону. И еще серебряная расческа с именем Ноа, две очень необычные розовые туфельки, они похожи на ракушку, а каблук выполнен в виде рыбьего хвоста. Наверное, последний пакетик. Сиреневая подставка с блестками. Она полупрозрачная, блестящая, очень красивый цвет. И вместе с ней была инструкция о том, что подставку нужно установить на крышку, а сверху снять замочек и пристегнуть его к расческе, и тогда она станет напоминать брелочек. А теперь мы можем достать куколку. Но чтобы ее вынуть, нужно еще отсоединить крепление. Ой, а сколько там креплений в волосах. Я думала, что можно вынуть куколку, не снимая упаковку, но этого не получится. Волосы тоже везде закреплены, и нужно их освободить. У Ноа очень выразительные синие с зеленым оттенком глаза. Розовые блестящие тени, задорные веснушки на щечках. Очень сюда подходят розовые туфельки. Куклу нужно устанавливать на подставку и на крышку от упаковки, чтобы хорошо были видны ее волосы. Длина волос около 25 сантиметров. Благодаря такой длине можно делать любые креативные и самые сложные прически. Голубые волосы с золотыми прядями. Часть волос заплетена в две косички. В этом платье она похожа на русалочку. Может, у вас другие ассоциации? Напишите мне об этом в комментариях. Украшение, видимо, крепится к волосам, потому что здесь есть что-то вроде гребешка. Я сначала очень скептически относилась к украшениям Hairdorables в волосах. В реальности оно смотрится очень красиво. Куколка просто прелестна. Буду открывать следующую упаковку. И мне очень хотелось посмотреть на необычные зигзагообразные волосы Кали. Куколка подмигивает своим зеленым глазом. Это куколка в цифровом мире. Она нажимает на джойстик, чтобы играть в игру. Рядом с ней нарисован прыгающий котенок. Смайлики, пирамиды и компьютеры. Посмотрим ее сюрпризики. Точно такая же сиреневая подставочка. В следующем пакете это аксессуар на голову, парик из афрокосичек. И еще пара сюрпризов. Тоже голубая заколка. Серебряная расческа с именем Кали. И посмотрите, какое на ней нарисовано сердечко. Как будто оно из пикселей. Желтые туфли с ремешками на розовой подошве с ярко-розовыми кисточками. Вынимаем.
темнокожая красавица Кали с зелеными-зелеными глазами, зелеными перламутровыми тенями и веснушками на щечках. Ручки она складывает в сердечко. У Кали фиолетового цвета волосы с сиреневыми прядями. Пряди у лба завиты в косички и убраны назад. Вы видели кукол с более роскошными волосами? Очень красивые гофрированные волны, очень необычная прическа, и волосы у Кали, мне кажется, более послушными, чем у Ноа. Белые штаны с черным рисунком, яркий сиреневый топ, а из аксессуаров на голову надевается парик. Мне на картинке куколка нравилась больше в этом парике, а вот в реальности даже не знаю, мне кажется, ей лучше без этого парика. Представляете, у меня выпал из пакетика и затерялся этот сиреневый красивый воротник. И теперь полный костюм Ноа должен выглядеть вот так. Делитесь в комментариях, нравится ли эта серия Hair Dorables. И это тот случай, когда мое мнение немножко поменялось в сторону Ноа. Я от этой куколки не могу оторвать глаз. Какие куколки вы хотите увидеть в следующих видео? Подписывайтесь на канал, не забывайте о лайках. До встречи! Пока-пока!